И всем привет! Мы вернулись в игру. Так. Опа, кто-то меня видит. А вот я никого не вижу. Ага, вижу. Собак стул. Отлично. И даже никто не понял, что случилось. Перезарядись, пожалуйста. Зацепил меня чуть-чуть. Так, полечимся. Один разочек. Слушай, винтовка. Я уже забыл, какие нехорошие винтовочки-то. Точность, тишина. На дальнее расстояние бьет. Ничего не видно. Кто там бубнит и где, главное? Причем где-то уже близко. Что такое за странный свет, как будто бы с неба? А, луна. Луна. Подозрительно. Лампочка, что ли? Так, ребята, что у вас тут есть? Ничего. Но я, по-моему, не дошел еще до лагеря туда. Куда шел? Так, аптечка, это прям замечательно. Не переключай, я не ту кнопку нажал. Где я? Ну да, я чуть-чуть, мягко говоря, не дошел. Странно, там еще одна точка есть. Летние каникулы, надо вот туда сходить. Но сначала тут пошаримся. Врач? Что у тебя может быть? Граната. Откуда у тебя еще и гранатомет? О! В смысле, ракета... Блин, прям все громче и громче. Такое ощущение, что ближе и ближе. А может, и не ощущение, а ляж. Под кроватями ничего нет? Вроде нет. Встань. Вставай давай. Туманы напускали, блин. Я не вижу там ни хрена, но звук прям стрёмненький. Ничего не скажешь. Ни ты, ни пушки нету, какой-нибудь колотушки нормальной. Патрончики, патрончики. Хорошо, конечно. Не буду спорить. Легендарные пушки только падают с этих. С больших роботов. Оу. Это как будто переговаривается. Там бубнит. Здесь бубнит. Так, ну только свинец. А тут металл. Опа. Это хорошее дело. Блин, такое ощущение, как будто звук перемещается. Или мне кажется. Еще солдатик есть в ямке, точнее говоря, в окопе. Это у тебя что? Приемник. Приемник мне не надо. О, слушай, еще аптечка. Сколько аптечек? 18. Да, не густо. Но это лучше, чем ничего. Что это? Тю, блин. Какой-то сенсор есть. Так, ракеты для ППшки. А ППшку ты скин? Слушай, все ближе и ближе идти, твою мать, или мне кажется. Выключи свет. Так, что я там хотел посмотреть? А, не, ППшка есть. ППшка, ты на какой сидишь? Ты у нас на троечке. Реально близко. Вот там вот где-то. А что там впереди? Аэродром.
Мне туда не надо. Я оттуда только иду. Пойду-ка я в противоположном направлении. Подманивает меня скотина. Герз, иди сюда. Придурок, иди сюда. Это лампочка, что ли, горит? Где там то видение? А, не-не-не, на таком расстоянии. Такое расстояние не видно, ни черта. Иди в баню, короче. Будешь мне там сигналить. Так, что у тебя есть вкусного? Еще какой-то. Блин, их надо будет все поразбирать, они тоже много весят. Я уже бегать не могу, зашибись. Все как всегда. Что это за какие-то красненькие были? А, их перестреляли, понятно. Так. Есть робот. Ну-ка, у него есть тут? Ай. Ты ляжь, пожалуйста, вот, и не занимайся херней. Неплохо. И главное, что никто ничего не услышал. Вот что весь прикол. Ох, какие хорошие искорки. Прям аж нравится. Ты ж меня не видишь? А, понятно, он выпустил этих. Он их выпустил. Да сядь, твою! О, круто! Вставай, вставай! У меня ж нету бегать, в смысле не могу. Я отполз оттуда. Сколько больших? Есть еще. Да-да-да-да-да. Не-не, огнемет здесь как раз не нужен. Восьмерка мне, да? Почему никогда ничего не заряжено? Я же забыл, что я бегать не могу, твою ж налево опять. Ой, а там еще один. Это я попал, конечно. Так, робот. Сука. Видит меня, падла.
могу бегать. Я уже здесь был. О, аптечки, аптечки, аптечки. Ну, разве что глушитель возьму у тебя. Блин, все равно засекает, где я нахожусь. Хоть я с глушителем работаю, но все равно. Внезапно. Да, внезапно. Действительно. Спалился, стоял посредине этого вот. Еще удивляешься. Сука, прямо в яму насыпал мне, блин. Овна своего. Да вспрыгай. Еще огонь. Лечись. Ой, это, по-моему, штука-то. Здесь это вода. Это вода. Классная штука, очень чёт, очень точная. Надо по конечности запасать, там какие-то явно уязвимые точки есть. Блин, патрон кончается. Что-то я, по-моему, вообще никуда не попал. Там пару раз попал. Так, 18 патронов осталось. Так, бронебойки есть. Это еще лучше. Думал, он меня не видит. А он так и видит. Да еб... Блять, вышел. Адреналин, наверное, последний. Да с... Ты можешь сесть или нет? Последняя хорошая аптечка. Так, у меня там какие-то еще аптечки были.
О. Лечи меня. Ну? Отлично, хоть полегче стану. По-моему, мне еще было что-то. Не? Во, 8 аптечек есть. Давай-ка их поместить ячейку на шестерочку. Ну-ка. Не, потом. Сучка. Крашеная. Чё дашь, тюлень? Ах, господи. Какой же ты ущербный. Тулишь мне фуфло. Так, я тебя уже облутал. Так, радиоприемник на твой не нужен. Так, тебя тоже облутали. Так, мы туда пошел. Да, я обратно в другую сторону. Мне вон туда надо. Это ты так брынкаешь, ты? Да я только патроны тебе не разбрасывал. Я ж бегать не могу. Снова. Ползком. За деревяшечку. Огнемет где у меня там, на семерку что ли? Да блять! Все, кончились. Кончились аптечки. Игрался. Так и не дошел, куда шел. Серьезно, тут ни хрена нету. Я думал, здесь можно покрафтить, а тут ничего, я же не могу бегать. Но мы сейчас разгрузимся. Я сейчас разгружусь. Так, ну поскольку я могу уже бегать. Блин, я случайно чат включил. Где можно тут? Вон пост. Враг атакует. Слушай, пошли туда, там, где враг атакует. Там прямо рядом. А тут еще мотоцикл есть. Только взять его надо. Ты целенький? Не совсем. Ну, потерпишь еще. У нас какое нападение, где кто, может что-то активировать. О, подожди, разобрать тут много чего можно. Так, хотя бы простых аптечек накрафтить. Не густо, конечно, но сколько смогу. Так, где это портативная турель? И самонаводящаяся турель. Так, алюминия есть, взрывчатка немного, но есть. Одно только смог сделать, блин. А на патроны облом, да? 7,62. А не, на один есть.
Не знаю, кто там на нас будет нападать, но нас, на нас никто не нападает. Что там было? Отсутствие создания одежды. Так, начать на высокой сложности. Давай на низкой сложности. Я не знаю, что меня ждет. МП5. Троечка. Да, блядь, не заряжено. Ой-ой. Мажешь, тюлень. Да, блядь, не попадаешь никуда. Ляж. И в никуда. Слушай, он меня не особо-то и видел. Что там по здоровью? Можно разочек лечануться. Ляж. Ты же меня не видишь? Реально не видит. Да. Не проконало. Что-то аптечку получил. Не про канал, они уничтожили мою хрень. А как его остановить? Или никак? Ну зато хоть это все осталось, крафтовая вся хрень. Я же могу крафтить? Могу. Разбирать и крафтить. Еще можешь делать аптечки? Вот и нет. Блин, и... Ну ладно. Ну, не получилось. Патрончики, патрончики. Ну слезь, блядь, с него. Я спалился, да? Блядь, ну ты... Да етить твою мать, блядь, ты лечишься там или нет? Скотина такая, а? Ты, блядь, посади на эту мелочь. Где, блядь, та снайперка, мать ее, так заново? Да, блядь.
Ляж. Твою мать. Ёбаный ты по голове, блядь, со своим. Мне пальцев, блядь, не хватает, сука, это оружие куча. На, сука. Вот гнида, блядь. Ну ёб. У меня аптечек ни черта уже нету. Ну вот, как-то разрулили. С горем пополам. Так, бери. На восьмерку эту винтовку поставил, черти куда, блин, не дотянешься ни хрена. А что у тебя на четверке, я не понял. Что ты так далеко поставил ее? Ничего? Какого? Спрашивается. Блин, даст мне кто-нибудь аптечку еще, а? Всякая тулит ерунду всякую. Да ёб... Моё. О, спасибо, я одному использовать. Так, это заряжено. Пулемет заряженный. Заряженный уже, кстати, патронов неплохо набралось. И здесь заряжено. О, спасибо за аптечку. Так, какой-то фуфлыжный прицел. Ничего, ничего. Так, тебя, говоришь, переехали? Патроны дает. Лучше в аптечку дал бы. О! Калашмат. Второго уровня. 7,62 по-любому. Так. Ой, а ты... Серьезно, слабее, чем ПП. Иди, иди гуляй. Я даже на тебя патроны. Ты же 7,62 будешь мне тратить. Иди. Это можно взять. Здоровье подкинуть. А, нет, его только один раз можно поставить. Так, все, да? Все-таки автоматы Калашникова появляются по сюжетке, скорее всего. Либо на уровне персонажа какого-то, когда достигаешь. О, привет. Не хочу брать эти гранаты, не толку мало. Во-первых, я ими не пользуюсь. Так, подожди, это же тебе сюда надо было, да? И что тут? Рацию послушать? Зачем мне взять рацию? Я не хочу ничего взять. Это не здесь. А, все-таки здесь. Так, подробнее. И что? Захваченная машина. Че толку? О машинах и людях пройдено. Побочка пройдена, отлично.
Что там? Да. Оп. Это какая? Не, основную не надо мне. А что это такое? Зерно сомнения. Можно его как-то активировать? Hey, Olaf, it's Johan. I just got back to Krasenberg now. Unscheduled leave for a couple of days. Нету. But I just missed the kids' bedtime. Again, as Matilda would say. Look, I need to tell you something weird that happened today. Did you see the news? We should... You know what? I'll just come down. I could use a nightcap. I'll be down in 5. Так, а, вот же написано слежать. Вот, R, блин. Я наверх смотрю. А, вон туда. Где он, мотоцикл где-то там валяется. Так, сейчас посмотрим, что тут еще можно взять. Жалко, нет аптечки. У тебя есть аптечка? Да уже нету. Дать аптечку. Патроны тоже дело нужное, но аптечка как бы тоже не помешала бы, прям реально не помешала бы. Не дают. Жульё. Так, ну нам в обратную сторону, да? А мотик мой где-то там, я бросил его. Где-то вот там. Ну ты вон. Неплохо ты смотришься. Не знаю, может пойдет. Для чего-нибудь, может нет. База, говоришь? Ну, это серьезная база, так сказать. Контрольная точка. О, кстати, у меня же есть... Я же с собой пушку взял, эту колотушку. Давай-ка поставим ее, пускай тут расхреначит все, что может расхреначить где-нибудь вот тут на склоне. Я же вроде взял их с собой. Это не там смотришь. Блин, опять все, вот она. Поместить. О, на восьмерочку. Вот на восьмерочку здесь самое одно место. Повыше. Это чтобы он мог подальше бить. Так, вот здесь вот восьмерочка. Это работы. Ты в камень бьешь, ты в курсе? Вообще-то в стенку сейчас лупит. Что-то ты в дерево, что ли, попала? Да уж. И в деревья попадает. Серьезно? Вот это я, конечно, молодец, да. Поставил хорошее место. Надо было здесь где-то ставить. Тут нет деревьев. Короче, стенки ты только покоцала, и толку с тебя ноль. Все самому надо делать. Помощники из тебя, мягко говоря, не очень. Но я же держу Е, почему ты не срабатываешь? Ладно, иди баню. Так, здесь есть дом.
О, так стенка развалилась. Где-то там, блядь, застрял. Привет. Куда это собрать? О, приманка. Давай приманку используем. Где она там? Я думаю, активировать надо. Она уже... Что это, мины? Похоже на мины вообще-то. А ну где там этот ППшка? Точно мины. Это генератор. В смысле через стенку меня стреляет? Ты что, охренели или что? Это не бомба. Блин, патроны фуфлыжный тулит. Давай с этой стороны пройдем. Посмотрим, что тут есть. Так, ну стенки полуживые. Сразу. Блин, у меня один раз выстрелил собака. Аптечка была, да? Как раз на такие вот, вот на такие цели как раз вот самое оно использовать. Пистолет-пулемет. Сраза такая, где он там? Что это было? Да сколько у вас тут? Я даже обутать вас не успеваю. Thank you.
Все, база сломалась, скажись. Тут полно мин. Так. ППшку. Которая не заряжена. Мощнее оружия намного. А вон ты, скотина. Задрал меня, блин. А я его что-то не заметил сразу. Мины есть? Одна аптечка, спасибо. Ага, вижу. Ух ты. Хорошо взрывается. Он еще есть. Вот не достает, уже хорошо. Тебя облутали? Нет. Сколько у тебя... Вот аптечка есть, так. Вот эту штуку надо расфигачить. Так, это я открыл уже. Вот туда надо добраться еще. Серьезно? По одной аптечке дают. Так, ну мы стенки можем ломать, в принципе, но на это надо патроны тратить. Как ты меня через стенку видишь, а? Не расскажешь? Правильно, молодец, вижу, стенку стреляй, давай. Красавчик. Ну дай мне что-нибудь. Это тупик, что ли? Он самый. Блин, они интегрировали свою стену. Вокруг этой построили стены. Явно он для чего-то нужен. Так, есть у вас аккумулятор тут? Нужна кислота аккумуляторная. Есть. Что это там? Баночки. Бери все. О, еще птичка. Адреналин, отлично. Вот эта штука, надо уничтожить. Ой, он же... Там взрывное устройство висит на стенке. А еще он робот стоит. Ковырял отверстие. Это не очень. Нормально, нормально. Его выпустил.
быстрее. Да-да-да-да. Идут. Ой, бегут. Ой, не туда. Ишь, мелочь пузатая. Что у тебя есть? Юй. А, он у меня покруче, да? Получается, да. Все равно спасибо. Каким? Образом, хотел сказать. Проклятый дрон. Это все равно есть. Четыре патрона осталось, но туда не сюда. Ой-ой-ой. Через бетон не прострелишь. Иди отсюда. Отстань от меня. Это бронебойная? Да, бронебойная есть. Давай бронебойками попробуем. Патроны на исходе уже. Ей-ей-ей-ей-ей. Пулемет! Успел! Двоих, что ли? А? Ух, пулемет зарешал. А что это такое ярко светится? Там же не было света. Взял птичку, спасибо. Не знаю, что там светится, но что-то явно вывяжено зарежет. Давай все перезаряжай. Перезаряжено. Перезаряжаем. О, пропал свет. Получено очко навыка. Все, в ноль вылез, расстрелялся патроны. Ушел. Слушай, вы когда-нибудь кончите здесь? Они когда-нибудь кончатся или нет? Серьезно. Или они там спавнятся постоянно? Надо заходить на пролом. Иди отсюда, сигналишь там. Ай, не кусайся. Давай. Расфигачивать надо все тут. О.
Не знаю, что это, но это надо уничтожить. Раз она ломается, значит будем ломать. Мин нету? Вроде нет. Огнемет возьми. Я за него забыл, кстати, вообще, если честно говоря. По идее, наносит урон. Что-то как-то не очень с урон. Ты серьезно, толщина тут стены какие? Слушай, гранаты у тебя есть какие-то? Пистолет. А патроны есть на него? Давай хоть пистолетом постреляем. За место ППшки поставлю его. На троечку. Что у тебя там за оборудование есть? Глушитель. Обойма. Прицела нет. Покрасить тебя можно? А ну, троечку. Упс. Упс, 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 упс. Тихо, 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 тихо. Не вижу. О, цепная реакция пошла. Че бы и нет, если бесплатно, как говорится, получил. Что это? Это. Ничего. Ну, вроде как тихо стало, и светать уже начало. А вот пушку надо расхреначить. Колотушку. Так, вот тебя огнеметом пожарим. Или тебе тоже параллельно? Чик-чик-чик, через патроны. Нет, по-моему, это бесполезно. Вот это явно ломает хорошо. Так, вот еще, кстати, баллончики можно. Ну не маш. Вот еще баллончики есть. Ага, привет. Мины лежат. Это же мина? Или это камень? Похоже на камень. Это он и есть. Да, блин, и тут тупик. Короче, надо эту стенку ломать. Вот она, эта херень. Хрень внутри. Блин, на патроны что так не останется? Давай на пулемет пересади. Ну привет. А получше ничего у вас нету? Ого.
Эмми, говоришь, да? Так, ну-ка, установим Эмми. Вот где-нибудь. Вот здесь вот. Так-то так, я вижу. Ты там сильно нет, не пикай. Вот. Нет, не надо. Установить можно его? Ну, это не то, что я хотел. Используем кидание фини. Зерно сот не отрезано. Нет, не пойду никуда. Пока базу всю не сковыряю, никуда не пойду. Никуда не пойду, ой, блин. Ты последний патрон использовал? Из бронебойки. Ну, бронебойки оставим пока. Жопу подорвал. Открывается или нет? Вон она. Не ломается? Такое ощущение. Он вроде как дымится нормально, значит. Блин. Очень толстая стенка. Что это? А, лапа. Так, тут так просто не пройдешь. Это тоже мина, судя по всему. Просто я тут буду бегать, а они будут у меня под ногами еще взрываться, чем не. Ты уже без поля силового? Ой, бля, тут была дыра, серьезно. Это ты где, интересно? Где-то там, за стенкой. Да ну тебя в баню. Надо вот эту хрень уничтожить. Знаю, знаю, что... Давай, снимай поле свое. Нормально. Блин, не вовремя. Те оттуда не выйдут. Там узко сильно, они не выйдут оттуда.
Опять эти виллы, блин. Они вообще где-то там попадали, ну ладно. Сука. Ой-о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 й. Не побеспокой, не? Так, я тут уже был в этом тупике. Так, пулемет бери. Попал по мне все-таки, скотина. Спасибо за аптечку. Упс, тут я хорошо прошел мимо, рядышком. От сторону. Мимо. И у тебя руки, скотина, длинные, а? Да что вы мне тулите эти грабли? Нафиг они не впали? Да, сталь мне нужна. На будущие бронебойные патроны. Так. Тут никак не пройдешь, не? Никак. Нормально, нормально. Пикайте, пикайте там сколько хотите. Нам вот сюда. Давай. Снимай защиту. Блин, а меня-то за что? Стою, никого не трогаю, практически. Контейнер. Робот? Что с тобой? Захватить не захватывается. А что, так можно было? Пускай будет так. Мне тут захватывать. Баню идите. Так, лечимся. Девять аптечек осталось. Ни туда, ни сюда, блин. Я вас тут всех облутал, не помню. Вроде всех. А вот и нет. О, спасибо за аптечку. А у тебя есть? А у тебя? Нету. А вон еще, кстати, валяется. Студент. Прям рядом совсем. Ну. Почему у вас нет аптечек?
Так, ну что ж, на этом буду заканчивать серию, так что всем спасибо за просмотр и всем пока.